Здравствуйте, меня зовут Александр Томилов, более 12 лет я занимаюсь окнами. Если вы ожидаете, что я буду говорить вам про окна, то это заблуждение. Дело не в окнах. Деньги, надо считать просто деньги. Так мне говорили многие директора оконных компаний, когда мы только открывались. Но с этим мы не согласны. Как ни странно, но большинство здравомыслящих покупателей окна, как правило, выбирают по признакам эмоциональным. Понравился ли продавец, спрашивают про класс профиля или вообще сравнивают цену окна по стоимости метра квадратом, не задаваясь вопросом, из чего оно состоит, какая фурнитура, стеклопакет и другие комплектующие. Потом поторговались по скидке, получили якобы кучу бесплатных подарков, потом им смонтировали и до свидания. На самом деле все проблемы окна начинаются тогда, когда вы его установили. По статистике и опросам около 70% окон на рынке не выполняют свои функции по разным причинам. 20% не функционирует еще до установки. Причем никто не задается вопросом, как оно будет работать следующие 20 лет. Вопрос ставится только в плоскости цены. А сколько я отдам денег сейчас? Как же сделать выбор и не ошибиться? А вот как. Умные люди подходят к этому вопросу более глубоко, потому что они прекрасно понимают, что стоимость окна состоит из первое – его цены, которую отдал при его покупке, и второе – стоимость его эксплуатации. Сколько ты сэкономишь, если окно умное, или сколько ты потеряешь, если оно плохо работает? За счет дополнительного отопления, денег на ремонт окна, нервов, сил и здоровья. Умное окно в нужных случаях решает нужные задачи. Например, если у вас сторона солнечная, на ней выцветают обои, сама комната сильно нагревается, в ней жарко и душно, применяется окно, которое держит прохладу летом и уменьшает нагреваемость комнаты, а зимой тепло не выпускает наружу. Или, например, у вас раньше шума от дороги не было, а сейчас по ней ездят на стройку, как правило, на грузовиках, или байкеры гоняют, или просто несколько полос движения, то это боль, и чаще головная, которая будет преследовать на протяжении 20 лет. А если заболел или ребенок маленький, как это будет раздражать тебя? Есть решение и на такой случай. Это окно такое-то, это лучше, а это лучше, чем то, а это лучше, чем это. А чем оно лучше? Какая разница, какое окно, если оно перестает работать уже через 3-5 лет, а то и после первой зимы? Покупая окно, вы покупаете результат его работы. Это функционал в течение срока его жизни за 20 лет. То, что оно дает – тепло, комфорт, удовлетворение и защиту. Как же определить, какое окно хорошее, какое плохое? По сути, нет плохих или хороших окон. Есть те, которые выполняют свои функции от начала и до конца или не выполняют, но оговаривались. Но это уже никого не интересует. Мягко говоря, мало кто хочет говорить с вами о полном сроке эксплуатации на 20 лет всех элементов окна, таких как стеклопакет, профиль, металлические усиливающие вкладыши, монтажный узел. Мало кто хочет говорить о реальной стоимости затрат на отопление зимой и охлаждение летом в ходе эксплуатации за эти годы. О стоимости обслуживания после окончания гарантийного срока. А многие пытаются вообще отвести клиентов от этой темы, потому что, продав окно, про вас будут помнить в лучшем случае, пока есть гарантия. А дальше про вас наверняка забудут, ваши проблемы просто никому не нужны. Будешь ли ты помнить о том, что выторговал 20 рублей, если уже пятую зиму приходится включать дополнительное отопление, ходить в помещение в теплой одежде или включать на полную кондиционер летом? Есть вещи, которые можно заменить. Стол, стул, дверь или те, без которых можно жить. Окно же, не работающее, при замене или ремонте становится просто золотым. Мы занимаемся тем, что мы меняем представление клиента, как можно работать по-другому. Поэтому мы не лучше, не хуже, мы просто другие. Просто мы для себя решили, что нам нужны те клиенты, которые берут во внимание стоимость всего срока эксплуатации за 20 лет, умеют считать деньги и получают у нас то, что им нужно, а нужно им решение своих проблем. Просто окно – это 50 кг металлопластика и стекла, а правильное окно – это то, которое решит ваши проблемы. Из какого оно профиля, сколько в нем камер, сколько камер в стеклопакете, какой класс профиля – все это никому не нужно. Вам нужно точно понять, что вам нужен тот человек и та компания, которая подберут необходимый вариант для создания нужного климата в доме и будет за этим окном ухаживать и довольствоваться результатами их работы на минимум 20 лет. И это компания «Окнапарк». Мы как раз во главу ставим себе такую цель.
Наши инженеры по климату помогут вам детально обсудить все эти вопросы и сделать правильный выбор. Мы предоставим вам не только окно, а результаты его работы. Поэтому приходите, убедитесь сами.